У адрозненні ад іншых краін у савецкім саюзе дамы інтэрнаты размяшчалі звычайна дзе-небудзь у лесе, і справа не ў жаданні забяспечыць хворым жыццё на чыстым паветры, галоўнае схаваць інваліду ад грамадства, бо ўсе павінны былі быць здаровымі і прыгожымі. Нельга сказаць, што той стэрэатып у свядомасці сучасных беларусаў пераадолены поўнасцю, але адносіны да людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў грамадстве відавочна змяняюцца. Пераносіць спецыялізаваныя ўстановы ў іншае месца сёння ніхто зразумела не будзе, перш за ўсё па фінансавых прычынах. Але пражываючыя тут інваліды за зачыненымі дзвярыма больш не знаходзіцца. Пасещаем разныя выставкі, мы ўчаствуем у разных мерапрыяццях, ўчаствуем у конкурсах і сярэдзі маладзёжы, і сярэдзі пажылых людзей. То есть, ну, в основном ведут такой активный образ жизни. У администрации дома-интерната Васильевка подкресливаюсь, инвалидность мая на увазе обмежеванная физичная махчимость, але это не значит, что у таких людей нема творчих здольностей. У гуртку умелые руки, кто вышиванием занимается, кто выпаливанием по древе, стены покоя, где проходят занятки, как музейная экспозиция на тему народной творчести. Работ, кажут, могло бы быть и больше, але значную частку подаровали. У нас есть папка «Наши успехи», и у нас места ребята занимали там и первое место по бисероплетению, по вышиванию крестом. Так что у нас очень много работ, которые занимаются дети, которые мы куда-то выставляем. Дом-интернат Васильевка, размещенный у будинках былого санатория с одноименной назвой, а до яго ж у спадчыну засталася лячебная база с жамчужно-минеральными ваннами, кабинетами спелеотерапии, теплолячения и массажу. Увогуле, нельга сказать, что проживающие у доме-интернате мают у нечем вельми уже значную потребу, але увага до их сбоку инших людей лишней не будем. А тому и решение о проведении областной доброчинной акции от чистого сердца тут приняли становча. До речи, со 140 инвалидов Васильевки 40 относится до категории молодых. 24-годовый Александр Явсеенко трапил сюда после закончения режеской школы-интерната. Работники установы называют его артистом. Хлопец добро спевая и прямая удел во всех театральных постановках. У гэтай передновогодние дни репетиции каждый день. Вельми уже хочется порадовать своих сябров. Собираемся очень часто, потому что времени так уже и осталось немного. Вот, нужно все успеть. Вот. Поздравить всех с Новым годом, как обычно. У меня вот как я к Новому году и готовлюсь, я всегда довольствую, что Новый год – это для меня радость. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».